Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и я возвращаюсь после долгого отсутствия в Marvel Битва Чемпионов. Дело в том, что обновление вышло в тот момент, когда я находился в отпуске, и, естественно, игру я из-за не очень хорошего интернета не мог обновить, и делаю только сейчас прохождение на мастере. Я надеюсь, что с первого раза я смогу завалить Уорлока, и после мы отправимся уже на карту, где я побьюсь с другим там персонажем, которого я не помню как зовут. Итак, мне пришлось все-таки восстановить всю команду, и сейчас мы будем надирать ему задницу. Наверное, начну я с Анжелы. Она у нас самая мощная, и плюс у нее есть бонус класса. Но, к сожалению, Уорлок может применить третью спецатаку. Плюс у него что-то там дикий, какой-то прирост энергии, он может еще эту энергию красть. Но мы, пожалуй, ему это не дадим сделать. Будем максимально пользоваться парированием. Не, чувак. Ох ты, нифига. Чё ты так много стреляешь-то, а? Да ты офигевший тип. Чё так много деградации-то? Не посмотрел я его эффекты. Да, чувак какой-то дикий. Угарный. Стоечка у него прикольная. Ладно, немного жизни я ему совсем отбавил. Надеюсь, мне не придется повторно тратить жетоны для восстановления. И я сейчас каким-нибудь вот Халком его и завалю. Давай, чувак. Офигеть, ты что творишь-то, а? Давай, Халк, набирай. Ты что, офигевший, что ли? Я не понял, на тебе. Немножко оглушили, но у него укрепление брони, зато он восстанавливаться не может. Давай, чё ты? Знаете? Блин, инфицирован. Во, на мне прям вот эти штучки начали изображаться. Давай вторую свою спецатаку используй, придурок. Блин, придется все-таки его довести до третьей спецатаки. Ну ладно, посмотрим на нее. Он превратился в жабу или в кого? Да. Какой-то сумасшедший персонаж. Возможно, он сделан, кстати, именно для мира битвы. Посмотрим, опять меня разнесли. Но в этот раз, по крайней мере, мне показалось, вот эта карта на мастере значительно проще, чем была до этого с Мистерио. Блинский. Эх, меня сейчас энергетический урон убьет. Все, убил. Засранец, какой ты мощный-то, а? Я думал, сейчас его разнесу одной Анжелкой, но не тут-то было. Ладно, давай, морда. У тебя тоже деградация есть. Давай. Вот тихо. Да что ж ты, блин, вообще выносит только в путь. Я не знаю, кто кем его проходил. У кого там есть бонусы против деградации? Сейчас попробуем, короче, Хаваком. Хавока я качаю сейчас. Давай, иди ко мне, засранец. Я твой энергетический урон. Тихо. Разошелся ты, мужичара. Опять деградация. Задолбал ты со своей деградацией уже. У меня, кстати, бонусы класса нету. Нет. Собака. Да ты прекратишь или нет, блин? Все-таки придется жетоны тратить, и это очень грустно. Так, не-не-не, мне не на одного нужно, мне нужно всех возродить. Офигеть, использовать. Конечно, можно еще сейчас поднять мощь всей команде, но, пожалуй, этого я делать не буду. Так, короче, смотрим, когда деградация наступает. По-моему, тогда, когда я на него нападаю. Да задолбал ты со своей пушкой. Давай, подруга, поднимай жизни. Во, точно. Когда, короче, он делает рывок вперед. На мне деградация начинает работать. Офигеть, на мне сколько негативных эффектов было.
Короче, лучше на него не нападать, когда он делает рывок вперед. Я-то его атаку перехватываю, то есть контратакую. Так, ладно, давай. Халк. Чисто через парирование его нужно. Давай попробуем Халком, короче. Расфигачить его. Ну чё, давай. Вот так вот, неплохо, неплохо. Давай. Ну давай. Тихо, тихо, тихо. Вот уже какую-то фигню он на меня назначил. Инфицирован. Тихо, тихо, тихо. Не надо мне твою тут... Это я сейчас сам напросился, конечно. Давай, давай, Халк, ты должен снести его. Держись, держись. Офигеть. Ну ладно, еще 10% у него осталось. Тяжко, тяжко. Мог бы, конечно, я его побыстрее завалить. Ну все, я думаю, череп и кости сейчас все сделают. Я понял, что не нужно на него наседать, когда он делает рывок вперед. Мы сразу становимся деградированными. Деградантами. Ну-ка. Все. Ну, значительно проще он был, чем Мистерио в предыдущем обновлении. Там еще пауки были сумасшедшие. Так, все. Что у нас там выдается по наградам? Блин, не все показали. Ну да ладно. Сейчас мы отправимся на предпоследнюю карту, просмотр портфолио. Возьму я эту же команду, скорее всего. Хотя я бы, наверное, поменял морду. На кого бы поменять его только? Там у нас будет мутант. Вау. Вау, можно существо прокачать. Да вообще много кого можно прокачать. Стража, например. Вот страж очень нужный персонаж. Так, ладно, давайте мы с этим позже разберемся. Пока возьму енота-ракету. Погнали этой командой. Посмотрим, что из этого получится. Пойду, наверное, я вниз против Карнажа. Блин. Здесь опасные челики. Ну ладно. Нелегкий путь я выбрал. Просто вверх ветка полегче была. Я ее первый проходил. Ну ладно, давайте Халком зафигачим сейчас Карнажика. По бырику, я надеюсь, получится. Ну, давай. Очень хочу Хавока прокачать, либо Человека Льда. Но лучше Хавока. У него вторая спецатака. Офигительный урон просто наносит. Да иди ты в баню. Со своими атаками. Ну. Отлично. Парирование. И Халк ломать. Сработало. Не, чувак, не дамся я тебе просто так. Держи вторую спецуху. Давай вторую спецатаку используй. Красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот не успел я увернуться от нее. Ты че? Блин, половину жизни сразу мне снес. Засранец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не успел опять. Хоп, ты че какой неуворотливый-то, а? Тихо. Слава богу, никаких эффектов. В чем есть плюс, конечно, игры. Компьютер сам предлагает, какого персонажа взять в той или иной ситуации. Конечно, я бы мог лучше пройти. Намного лучше мог пройти. А сейчас меня просто... Дофига очень снесли здоровье. Ладно, давайте вниз. Пойдем, наверное, к Электре. А с ней поборемся. Как раз Халоком. Вот я сейчас продемонстрирую. Блин, вторая спецуха у него вообще шикарная. Сносит только в путь. Что такое? Что, подруга?
Ну? Ну чё, сейчас тут промахами обмениваться будем? Так, нормуль, нормуль. Я, тихо. Разошлась-то. Давай вторую спец... О, умница. А теперь я вторую спец. Атаку. Вы видите? Ну не красавчик ли я? Вот сейчас жизни-то у меня поубавятся. Ты только держись, Хавок. Офигеть. Фух, все. 16% осталось. Чё такая дерзкая-то, а? Держимся, Хавок. Давай вторую спецуху. Отлично. Умница. Теперь вторая моя спецуха. Ну, я тут ясен пень ее снесу. Блин, тяжко. Вот лишний раз парирование не применишь, и все. И она сносит. О, против Капитан Марвел. Мы, наверное, возьмем сейчас Анжелку. Я думаю, все у нас получится, все будет замечательно. И в конце, наверное, буду применять усиление. Капитан Марвел классической вообще легко выносится. Ну, давай для второй спецатаки накопим. Ну, применишь? А? Давай вторую спецуху применяй. Ну, нормально так она все равно снесла. Отлично. Давай еще разочек. Давай вторую спец. Ну. Рожай, говорю. Задолбала. Вторую спецуху. Отлично, блин. Правда, увернуться надо было мне. Давай. 42 удара в комбо у меня. Но не снес я ее, к сожалению. Чё? Ух ты! Вот это я зря пропустил. Тихо. Ну давай. Отлично увернулся. Хоть раз увернулся, блин, в этой жизни. На этой карте. Блин, у всех персонажей, которыми сейчас я играл, практически одинаковое количество жизни осталось. Так, давайте полегче какую-нибудь дорожку выберем. Вот. Веном Пул или... Оса. Оса один из... новых персонажей. Блин, я что-то вот не помню, как с ней лучше биться. Ну ладно, давайте рискнем. Против осы я могу взять черепы и кости. И надо будет очень аккуратно играть. Через его суперспособность, назовем ее так. Так, вот. Ты там постой, подруга. Ах ты! Тихо! Обалдеть! Сразу 40 жизней! Ты что творишь-то, а? Обалдеть! 5 ударов и все. Так, зря я эту дорожку, я смотрю, выбрал. Ну давай, енот. Не подведи меня. Обалдеть! Вообще нельзя ни одного удара пропускать. Иди нафиг! Вот так. Нормально. Красавчик, енот у нас один из топовых, насколько я знаю. Даже через блок она нехило атакует. Но хорошо, что на нее парировать. Ах ты, энергетический урон на меня. На тебе. Кровоток не хочешь, подруга? О, сканирование. Так, физический урон у меня что-то там. Сопротивление физическому урону было. Ах ты, засранка. Давай, енот, ты только живи. Офигеть, тоже 14% жизни оставила. Так, что мне делать-то? Это еще только, наверное, середина карты, а у меня уже жизни почти не осталось. Дальше нас ждет Росомаха X23. Что ж, придется использовать усиление. Так,
Усиление опыта тоже можно зафигачить. Что там по жизням-то? Я бы, наверное, вот это применил. По атаке можно применить вот 20%. Их много у меня. Так, ничего особо не изменилось. Так, давай тебя немножко хотя бы подлечим. На команду у меня ничего нет. Ну все. Надежда сейчас только на мастерство. Давай. Енот, не разочаруй меня. Я знаю, ты можешь сделать красиво. Росомаха X23 не такой мощный персонаж. Пошла в баню. Сказал, пошла в баню. Пошла в баню, грязная девчонка. Тихо. Давай, енотик. Красавчиком будешь. Блин. О, вот это напряженная сейчас обстановочка. У нее 1%. Обалдеть, вот. Красавчик, красавчик, я иногда могу, иногда могу. Даже, по-моему, жизни у меня чуть-чуть поднялись. Так, окей, едем дальше. Вот этого засранца я ненавижу, я сейчас его не смогу завалить, скорее всего. У нас тут только Анжелка есть, 30 тысяч жизней практически у него. Плюс есть усиление. Активирована третья спецатака и 50% к атаке и здоровью. Ну давай, Анжела. Я очень на тебя надеюсь. А на тебя, чувак, я надеюсь, что ты будешь все время в мой блок бить. Давай, давай, иди сюда. Ну, отлично. Ну, может быть. У нас же Анжелка, кстати, может... О, нет! Что это было? У меня жизни еще остались даже. Или у меня какое-то сопротивление твоему суперурону. Давай, чувак, давай. Я знаю, что ты можешь проиграть. О, черта с два. Подруга, только не умирай. Давай, 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 девочка моя. Если он сейчас еще раз применит первую спецатаку. Ах, черт, я не вовремя отпустил блок. Хотел уже... напасть на него. Ну, смотрите-ка, блин, Анжелка красавица. Нехило так она ему наваляла с таким количеством жизни там. Ладно, ладно. Знаете, такое ощущение, что не я играю персонажами, а персонажи за меня играют. Ну, сейчас Халк быстро его разнесет, я думаю, да? Ну, давай, первую спецатаку, чувак. О, молодец. Что-то ты слабый какой-то, на. Красота. Эх, жизни все меньше и меньше. Но у меня жетончики есть. То есть один раз я команду смогу восстановить. Ну все, здравствуй, как тебя там зовут-то, профессор? Санспот. Так, здесь у нас, блин, у него испепеление... есть. Но у меня есть Хавок, у которого есть иммунитет против испепеления, любого испепеления. Ну давай, чувак. Сканирование. Ух ты! Козел. Смотри-ка. Вот этого момента я не предусмотрел. Так, ну ладно, Хавок. Посмотрим, на что ты способен с таким количеством жизней. Надеюсь, ты завалишь его. Хотя бы половину жизни снесешь. Давай, 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 чувак. Отлично, заряд плазмы. А, размахался тут своими ногами. Докоплю я до второй спецатаки или нет? Он сейчас уже первую, точнее, он сейчас вторую уже применит. Ах ты собака! Завалил ты Хавока моего. Но, несмотря на это, я ему нехило так жизни отбавил. Нет, не нехило, всего лишь 9000. Чё, Халк у нас остался, и потом всех восстанавливаем? Ну давай, Халкуша. Я надеюсь,
ты сможешь это сделать. Парирование же работает. Отлично. Пока все замечательно. Первое. Замечательно. А теперь давай свою вторую спецатаку, мужик. Я боюсь тебя трогать. Давай вторую. Я сейчас сдохну все равно. На мне испепеление просто. Все. Санспот победитель, блин. Вообще сумасшедший мужичар какой-то. Я, честно говоря, думал, что это человек пламя, или как его там? А, человек факел. Только такой взрослый, посидевший, уже повидал многое, посидевший, как это двусмысленно звучало. Так, давайте применяем жетончики свои. К сожалению, на команду у меня нету зелья здоровья. Ну, продолжим также хаваком. По-моему, этот чел еще может неблокируемые удары делать. Я уже не помню. Ты типыла, конечно, тот еще. Надо было, конечно, в идеале почитать, что он там делает. Какие у него пассивные способности. Но мне кажется, хавок самый идеальный против него чемпион. Иди ко мне. Герой Вагир. Давай. Ну, атаки у него такие себе. То есть от них можно легко увернуться. Давай, давай. Отлично. Давай, давай, хавок. Красавчик. Блин, если бы у хавока были все жизни, я думаю, я бы его снес только одним хавоком. Чисто вот беречь надо было его. Неплохо, на 51% я исследовал. Но там еще проходить и проходить. Следующее обновление, когда выйдет, я думаю, успею пораньше выпустить прохождение. Так, давайте получим тут награды всякие. И отправимся к кристаллам. Последних двух персонажей, то есть Ворлока и вот этого Санспота, я не открывал. Дело в том, что, повторюсь, я был в отпуске, мне было насрать на самом деле на все. Интернета не было. И хотелось просто лежать под палящим солнцем, загорать, наслаждаться отдыхом. Так, и последние 7, больше ничего не появилось у меня. Ладно, окей, заберем бесплатный кристалл. Начнем с самых простых кристаллов, а после перейдем к пятизвездному. Да, у меня есть пятизвездный кристалл, хочется открыть его и посмотреть, кто же мне там выпадет. Есть еще престижные кристаллы, 14 штук, но мы давайте начнем с 4-звездного. Обалдеть, вот это хорошее выпадение, человек-факел. Огонь, огонь. Вот против как раз Санспота, мне кажется, тоже хороший чемпион. Посмотрим на него в деле. Я, по крайней мере, попробую его сейчас прокачать и пройти эту карту еще раз на мастере, особенно использовать его против вот этого Санспота. Так, престижные кристаллы, давайте их просто быстренько откроем. Вряд ли комбам расщедрится и дадут 4-звездного. Да ладно, женщина-халк. Чё-то они прям раздобрели. Я не знаю. Напишите, кстати, в комментах, как у вас дела обстоят с выпадениями из кристаллов. То есть, часто ли начали выпадать 4-звездные? Но мне вот что-то, я смотрю, везет. Ну, хотя Баба Халк такой себе персонаж. Ей надо уметь играть. Так, отлично. Ну и сейчас мы перейдем уже к осколкам. Престижные кристаллы не вижу смысла открывать. Вот можно 5-звездный в первую очередь открыть. Давайте посмотрим. Покрутим, кто же мне здесь выпадет. Я бы, конечно, хотел хавока. Еще разочек, только 5-звездного. Еще мощнее, чтобы он был. Ну давай. Посмотрим, кто выпадет. А выпадает только не старый персонаж. Или вот, допустим, этот... Киллмонгер. Ох,
надо пересмотреть свое видео, что он там из себя представляет, а лучше зайти к Legacy и глянуть у него обзор. Пятизвездный Killmonger. Сложно сказать, хороший это персонаж или плохой. С моим низким опытом игры. Но мы сейчас откроем 2 4-звездных кристалла. И глянем, кто здесь выпадет. Было бы классно получить дубль сейчас Человека-факела, а лучше Хавока. Но выпадает мне Старик Логан. Старый добрый Старик Логан. Ладно, окей. Давай еще. Во, я еще хотел сказать, было бы круто, если бы мне выпал... Забыл, как его зовут. Вот есть у нас полночная... Блин, тоже забыл. О, доктор Осьминог. Причем дубль. Я его вообще не качал и даже не хочется качать. Не вижу в этом смысла. Так, дофигище, короче, у меня здесь. Еще и сошек теперь будет. Так, кристалл 3-звездного. А давайте откроем. Может, еще на кристалл 4-звездного накопится. Переобразовать. И что там у нас по осколочкам? 110, а мне нужно 400, по-моему. Ну ладно, короче, давайте престижный кристалл, так и быть. 20 штучек. А, 20 штучек не получится открыть. Ну, откроем 10, ладно. Может быть, выпадет побольше 3-звездных. И да, смотрите-ка. Нужное количество прям 3-звездных выпало. И сейчас еще один кристалл 4-звездного чемпиона откроем. Нормально, нормально. Давно я не играл, много кристаллов накопилось. И это еще не все я, кстати, открыл. По-моему, есть еще кристалл за вход. Посмотрим. Так. Эх, блин, чуть-чуть осталось. Нет, кристалла за вход у меня нету. Так, что делать, что делать? Подожди, у меня здесь, по-моему, еще 3-звездный есть кристалл где-то. О! Абсолютный кристалл Людей Икс. Давайте глянем. Во, Хавок 4-звездного было бы классно заполучить. Давай. Хавок 4-звездный. Пожалуйста. Хавок 4-звездный. Или Человек-лед тоже пойдет. Мэджик. Ну ладно. Дубль. 55 всего лишь. Блин. Маловато. Маловато, понимаешь, начальника. Так, все, здесь у нас больше ничего нету. Ну ладно, давайте откроем. Сколько? 5 кристаллов. Я думаю, что 3-звездный один хотя бы здесь выпадет, а лучше, чтобы 2 выпало. Отлично. И сейчас последний 4-звездный кристалл покрутим. И очень надеюсь, что мне выпадет там дубль Хавока. Ну или человека факела, например. Тоже бы не отказался. Блин, Корвус Глефа. Вспомнил. Точно. Вот его бы лучше. У него, говорят, очень крутой урон. И Проксиму полночную. Вспомнил, блин. Столько персонажей, всех просто не упомнишь. Нет, нет, ну нафиг мне Тор. Жесть. Ладно. Так и быть. Ну что ж, на этом можно закончить. Наконец-то я добрался до уровня мастера и могу его с трудом, но, по крайней мере, проходить. На этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.